Так, пришла вот такая вот коробочка с той стороны китайской стены. Ну, приступим к потрошению. В коробочке еще один пакетик. Кисы тут мешаются. Вот такая вот SmartWare ноунейм коробочкой. Открываем. Еще один пакетик. Видим черные часики. Браслет с закосом под Nike от Apple Watch. Так, что у нас еще есть? Проводочек USB, micro USB. И инструкция на китайском и английском языках. Говорится, ладно. Ну а теперь немного потестируем. И давайте сначала посмотрим снаружи. С этой стороны датчик пульсометра. И гнездо под нано-сим-карту. Так, здесь у нас... Здесь у нас гнездо для зарядки. Тут две кнопочки. Ладно, поставлю на зарядку и будем тестировать. Так, немного подзарядил часы. Вот примерно вот так это все выглядит. Ну, куда без кисы. Циферблатики, 3 штуки в наличии. Ну, все это ерунда. Смотрим сначала настройки. Bluetooth сеттинг. Хочу включить, чтобы был виден. Выключает автоматом. Хотя вот G8 это оно и есть. Видим, что подключено. Заходим в программу, которую нам рекомендует. Сейчас найдем. Что такое?
Вот, запускаем программу, которую нам рекомендуют поставить. Уже все зарегистрировался здесь. Надо добавить часы. Ну, добавляем Bluetooth. Начать поиск. Ага. Поиска нет. Еще раз. Попробуйте еще раз. Хотя они подключены к телефону. Ну да ладно, с программой. Не хочет, так не хочет. Что еще есть интересно в этих часах? Может мерить пульс. Насколько точно, не скажу. Может мерить шаги. Есть сразу три функции. Можно включить. Есть фон моды. Если вставляем сим-карту, тогда они у нас работают без телефона, то есть синхронизируют данные, звонки и все остальное прочее. Браслет моды и watch моды. Watch моды — это все датчики отключены, то есть он просто показывает время. Браслет считает шаги и всякое такое прочее. Что еще у нас тут есть? Настройки. Будильник, калькулятор, календарь, массажер. Не знаю, зачем нужен такой массажер, но он есть. Спорт. Так, шагометр, слип монитор, сколько выпили, ну давайте посмотрим, оденем типа на руку и нажмем старт. Вряд ли у меня давление 133 на 83. Ну, ладно. Шагометр. Так, шагометр спускали. Сон. Сколько выпил? Так, ладно, едем дальше. Это у нас Bluetooth. Так, это он у меня вот скачал.
записную книжку, приложение, управление музыкой, движение, юниты и что-то еще, моды. Понятно? Это будет считать, поднялся, опустился. Ну, в принципе, и все, что в них есть. Использовать в связке с телефоном? Не знаю. Поношу пару дней как браслет, посмотрю, как меряет шаги, расстояние и все остальное прочее. А там будем думать. Ну, собственно, и все, что можно было про эти часы рассказать после первого знакомства. Увидимся позже!